Всем привет, дядь Юра дает прогноз на матч третьего тура группового раунда Лиги Европы Вильярреал-Маккаби. Статистика команд. Вильярреал в последнее время играет результативно, чаще и забивая, и пропуская. Маккаби играет аналогично, но еще более результативно. В первом туре Вильярреал обыграл Сиваспор 5-3, а затем на выезде Карабах 3-1. Маккаби в первом туре минимально одолел Карабах 1-0, а затем обыграл в Турцию Сиваспор 2-1. На выходных Вильярреал обыграл Вальядолид 2-0, а Тель-Авив разошелся миром с Хайфой 2-2. Обе команды находятся в хорошей игровой форме, обе играют результативно в последних матчах и имеют хорошие беспроигрышные серии. 3 года назад соперники уже играли в одной группе Лиги Европы, тогда в 2 очных матчах был забит только 1 гол. Это сделал Маккаби в гостях. Пожалуй, на этот раз стоит ожидать аналогичного сценария. Уж больно результативно отыграл в прежнем матче Вильярреал. А Маккаби с сильными командами заботится прежде всего о безопасности своих ворот. Обе команды в своих предыдущих матчах добыли волевые победы, проигрывая по ходу игры. Причем Вильярреал пропустил на 78-й минуте, но 15 минут испанцам хватило, чтобы забить 3-жды. Боки фаворитам ставят хозяев. Но уж больно занизили они коэффициент на Вильярреал, что дает возможность взять достаточно уверенную ставку на гостей с форой плюс 1 за 2.08. Из связки ставок тотал меньше 2.5, обе забьют нет. Победа гостей с форой плюс 1. Самый высокий коэффициент стоит на победу гостей с форой плюс 1, 2.08. На обе забьют нет 2.00, на тотал меньше 1.98. Как видим, на все предлагаемые варианты буки дают хорошие коэффициенты, которые мало отличаются друг от друга. Пожалуй, самой надежной ставкой можно признать не проигрыш гостей с подстраховочной форой в плюс 1 гол за хорошие 2.08. Вильярреал последние 3 победы добыл с разницей в 2 мяча. Это достаточно длинная серия, которая в матче с такой сильной командой, как Маккаби, должна бы прерваться. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.